В этом году в Кировской области туберкулезом заболели 700 человек. У большинства из них диагностировано повреждение органов дыхания. Такие неприятные цифры сегодня озвучил главный врач Кировского противотуберкулезного диспансера Вячеслав Новиков. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом он напомнил, что ежегодно в России 87 тысяч человек страдают от этой болезни. 15 тысяч из них умирают. Вредоносный микроб палочка Коха поражает практически все органы человека, за исключением зубов и волос. Еще несколько лет назад результаты исследования на наличие и устойчивость микобактерий можно было получить спустя 2,5, а то и 3 месяца. Но сейчас диагностировать болезнь можно гораздо быстрее, благодаря экспресс-тесту. Введена система ПЦР, которая позволяет диагностировать подобные случаи в течение суток или двое суток. И система БакТек, которая показывает, устойчивый возбудитель или нет, но это где-то на протяжении недели.